момент я являюсь одним из основателей, учителей, учителем Lucid Logic Academy. Начинали мы в феврале 2020 года. Было всего лишь два учителя, маленькая комната, можно сказать, 20 квадратов, куда мы еле-еле помещались. Но был какой-то, как сказать, кураж в этом, так как мы являлись основоположниками этой сферы, и мы готовим новых потенциальных диспетчеров. Меня зовут Абдулазиз, я отучился на курсах Lucid. И вообще, в целом, как я узнал об этой компании, об этом учебном центре, это было в начале этого года, 2020 года, в январе. Мне друг сказал, что открываются курсы, и я вообще не знал, что это такое, как это. Но все-таки спустя некоторое время я решил записаться на курсы и отучиться на них. Меня зовут Бабур, я обычный студент, который просто искал работу, и, услышав от друзей, поинтересовавшись, я пришел именно в Lucid и начал здесь обучаться, встретив своего учителя Байна Бахтёр-Аке, за что ему большое спасибо. Слава Богу, наши студенты, тоже, которые первые начинали в нашей школе, они работают и показывают хорошие результаты. На данный момент у нас уже не 20 квадратов, а намного больше, и студентов намного больше. И мы перешли на новый уровень. Я очень рад тому, что я являюсь, я в команде Lucid Logic Academy. Меня зовут Азби, фамилия Сахар. Мен 3 жыл алдым. Логистика сахасыга ошо Давран аке, хаммага таныш болуп койгон болсо керек, адам. Давран Аманов. Ошо логистика боюнча көп видеолор чыгардылар. Ошо кишинин жардамдары менен көмөйлөрдө кирип келгенмин. Кийинчелик секен-секен эң пас погонадан көтөрүлүп, ошо Давран акенин колдорунда өзүлөрү тарбия кылып, ошо жашкача, ошо дарежечи обчистыла узлар. Быстро окончили курсы, была практика, много интересного, много нового. Эта сфера. После этого устроился на работу, и вот тут работа, и даже теперь в будущем охота связать всю свою жизнь, всю свое будущее именно в этой сфере. Он нас за 2 месяца обучил, вот я уже работаю, ну, как стажером в ближайшее время, конечно, но уже что-то есть результат. И это было очень интересно. И до сих пор, как бы это новая сфера, я с каждым днем узнаю еще больше информации. Lucid Logistics Academy ге келишимге өзүлөрү сабап болдулар. Мен розыман ошо кишиден, катта рахмат. Худо холосо мен колумдан келгенче жакшы иштерди кайтарамын. Я очень рад, что я вношу свой вклад в развитие логистики в Узбекистане. Я очень рад, что очень много молодых ребят хотят изучать что-то новое, новый бизнес, новую логистику. Логистика – один раз. Что я? Один раз. Юкни, бержай на улыб, и кинчай его оборот. Да, ахал не розад. Хама узад. Яратучанлигидан келип чыгып, импровизациясынан келип чыгып, хохлагандык. Эткизип берилди. Шу нерсе оддий, жүдөйм оддий нерсе. Очень сильно благодарен Бену, моему учителю. Очень многому обучился у него. До сих пор каждый день общаемся с ним, обмениваемся всякими ситуациями, спрашиваем вопросы, помогаем друг другу. Еще всем хочу посоветовать, чтобы все учились на этих курсах. Это новая сфера, это в Узбекистане, раньше такого не было. Несколько слов о Lucid Logistics, можете сразу втроем что-то придумать. Это компания. Это компания. Логистика Рахмат, Бахтёр Гайнас Рахмат. Таджрибали его случай. Усамыз, Угьянымыз Усамыз. Сызнывались сока? Рахмат зор был, Рахмат. Коп нерсы был ген. За 2020 год мы многому научились.
Были трудные моменты, но мы справляемся только благодаря вам. Спасибо всем, кто с нами, и, конечно же, всегда ваш Lucid Logistics Academy. Learn from the best ones. Good, yeah?